Торжественная церемония открытия на площадке перед городской администрацией. Среди почетных гостей – вице-губернатор Василий Швец, министр курортов и туризма Краснодарского края Христофор Константиниди, глава курорта Юрий Поляков и его коллега из Ларисы, греческого города-побратима Анапы, апостол Аскалоянис. Античное наследие России – региональный фестиваль проходил впервые в рамках перекрестного года туризма «Россия-Греция» и уже вышел за пределы земли. Василий Швец вручает фотографию Анапы, сделанную с Международной космической станции. У нас очень давние, исторические, дружеские взаимоотношения с Греческой Республикой. Тому подтверждение является и сегодняшний фестиваль, и тому подтверждение является, что когда-то Анапа — это вообще была Синская гавань, потом была Гаргипия. Анапа сегодня, она становится с каждым годом все краше, все ярче, все комфортнее. И с каждым годом она действительно заслуженно занимает еще больше лидирующие позиции и признается лучшим курортом Краснодарского края или одним из лучших курортов российской здравницы. Этот статус она с гордостью несет. Уже сегодня Анапа является одной из отправных точек, с которых у иностранных туристов начинается знакомство с Краснодарским краем и Россией в целом. Там, где в Греции Пифос, на Кубани Крынка. Это сибирский кедр. По словам мэра Ларисы апостола Калаяниса, обмен в культурной сфере – это то, с чего следует начинать. У Ларисы и Анапы есть очень хорошая возможность для развития отношений в экономической сфере. Мы вместе с главой Анапы сейчас работаем в сфере культурного обмена. Это откроет дорогу для экономических отношений, но должно все начинаться с культурных связей. Апостол Аскалоянис не исключил, что в Анапе появится оливковая роща. По крайней мере, эту идею он пообещал держать в голове. Сельское хозяйство – основа экономики Ларисы. На улице Горького гостей встречали блюдами из традиционной греческой кухни. Авторы – повара, как начинающие студенты колледжа сферы услуг, так и маститые шефы лучших ресторанов курорта. Креветочки, мидии. Все для вас. Εδώ θα μπορούσα να πάρω μια καρέκλα και να καθίσω να φάω κανονικά όπως στο σπίτι. В этом случае пожелание чувствовать себя как дома приобретает еще одну вполне материальную точку опоры. Однако самое исторически значимое здесь, в музее Гаргипия. По случаю больших торжеств, самая известная сегодня улица древнего города в буквальном смысле ожила. Рыбаки, виноделы, ремесленники – все заняты своим делом. Это один из самых популярных туристических объектов в городе-курорте, а фестиваль добавил особый колорит в открытие высокого сезона. Самое главное для курорта Анапа – это пляжные территории, те, которые песчаные, длятся на 27 километров. У нас сегодня в порядке 126 пляжных территорий. И все отдыхающие, которые приезжают, они приезжают именно на пляже и на море. Поэтому пляжные территории приведены в порядок после межсезонья, зачищены, чистота, уменьшено количество всяких там объектов о торговле. Сегодня все сделано для отдыхающих, для того, чтобы они могли отдыхать на пляжных территориях. Инвестиции в курортную отрасль – еще одна возможная точка приложения усилий для греческого бизнеса. По словам главы города-курорта Анапа, подобные встречи станут традиционными, чтобы фундамент дальнейшего сотрудничества между городами-побратимами становился крепче. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа регион.